бегут, а теперь в высоте постоим. Иди там конфеты, которые я передавал. Я как увидел, как ничего. Надо было позвать. Так вот. Нет, мы сегодня должны забрать. У нас тут гости. Обратно. Всего лишь конец октября. Нет, да нет. Уважаемые гости, жители города Сусумана и наши любимые юные читатели. Сегодня в нашем городе замечательное событие – открытие первой модельной детской библиотеки. Это произошло благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется на территории Российской Федерации с 2019 года. Для торжественного открытия детской модельной библиотеки приглашаются глава Сусуманского муниципального округа Магаданской области Пряников Игорь Николаевич и директор централизованной библиотечной системы Чаусова Татьяна Александровна. Да, к сожалению, наш подрядчик не смог прибыть. Мы его слова благодарности выразим. Да, менялось очень много, но тем не менее. Начинаем, Татьяна Александровна? Начинаем. Приступаем. Давайте, добро пожаловать в нашу детскую модельную библиотеку! Пожалуйста, заходите, да. Раздевайте. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Сусуманского муниципального округа Магаданской области Пряникову Игорю Николаевичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего торжественного и значимого для нашего района мероприятия. На самом деле, эти слова, которые сейчас скажу, должны были быть произнесены там, на входной группе. Но, учитывая погодные условия, опять была внесена коррекция, поэтому мы здесь находимся уже непосредственно в основном зале нашей детской модельной библиотеки. И что я хочу сказать? В первую очередь, слова благодарности нашему губернатору Магаданской области Сергею Константиновичу Носову и министру культуры Горлачеву Людмиле Александровне и команде, которая работает вместе с ней. Этот проект, он, вы знаете, рожден не за один год, не за полтора года. Этому проекту, могу сказать, наверное, не менее 2,5 лет. Как только начал реализовываться национальный проект «Культура», буквально в течение 3 недель нашли специалиста, который нам подготовил проект для того, чтобы мы смогли поучаствовать в федеральном проекте «Культура» и получить грант, и сделать ту красоту, которую в настоящий момент мы видим. Получив грант 8 миллионов рублей, были определены направления и цели, куда мы должны эти деньги потратить. Была в первую очередь закуплена оргтехника, были закуплены книги, и мы столкнулись с определенной трудностью по приобретению мебели. А почему? Потому что, честно сказать, уважаемые присутствующие, уважаемые руководители, честно сказать, не хотелось брать какой-то формализм. Хотелось что-то новое, хотелось что-то интересное. Хочется всех удивить и настроить на то, что это не предел. И при реализации следующих проектов мы можем сделать, может быть, еще больше. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись, мы ушли в реализацию. Хорошо, мы не можем наполнять это помещение новой мебелью, не проведя ремонтные работы. В оперативном порядке начали искать дизайнера. Привозили сюда с Магадана дизайнеров. Одного, второго. И те предложения, которые мы видели, честно говоря, нас не удовлетворили. Они красивые. Они по-своему, может быть, для нас интересны, но не было определенной изюминки. Не было.
Поэтому подрядчику потенциальному, который у нас выходил на реализацию этого проекта, была поставлена тоже задача, прилагая все усилия для того, чтобы найти достойного дизайнера, и вот работу выполнил. Ребят, честно говоря, выходили на московских и на новосибирских и становились на иркутском дизайнере, которая, выслушав нас, ушла в работу и предложила нам тот вариант, который нас удовлетворил. Были применены естественные природные цвета. Мы ушли, честно говоря, изменили свое мнение о наличии, о присутствии ярких красок. И мы определили, что данная библиотека должна максимально привлекать наших детей и вовлекать их в культурную жизнь не только нашего города, но и в целом района. Я считаю, что в целом у нас это получилось. Имеются какие-то недочеты, имеются какие-то, может быть, недоделанные дела, но в процессе уже работы принятого объекта это можно легко устранить. Слова благодарности я скажу позже, еще дополнительно я выступлю, но я всех поздравляю с запуском, с началом работы нашей детской модели библиотеки. И я знаю, я уверен, что наши дети, которые присутствуют здесь, которые присутствуют в этом месте, будут с удовольствием сюда ходить, не только читать книги, а просто даже проводить время, учить уроки. Искать нужный совет от наших педагогов, которые здесь будут рады видеть данный проект. Верно? Да. Поэтому я вас поздравляю с нашим торжественным мероприятием, Татьяна Александровна. Спасибо. Ура! Да. Ура. Уважаемые гости, у нас есть видео поздравления от министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Туды. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от лица Министерства культуры Российской Федерации поздравляю вас с открытием новой модельной библиотеки. Национальный проект культуры – это беспрецедентные возможности для того, чтобы изменить библиотечный мир. Небольших городов, отдаленных сел, появление модельной библиотеки открывает замечательные возможности учиться и работать в комфортных условиях. Удачи, творческого вдохновения и профессиональных совершенств. Библиотека – особая страна, где можно совершать открытия бесконечно, но путь к ее созданию был нелегок и тернист. И в 2023 году детская библиотека Сусуманского муниципального округа Магаданской области прошла конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в 2024 году. В этом проекте было отражено наше видение нового библиотечного пространства, ее наполнение и возможности. Нам очень хотелось, чтобы в библиотеке было комфортно читателям разного возраста, чтобы ребята, пришедшие к нам впервые, захотели посетить нас вновь со своими друзьями и близкими. Статус модельной библиотеки позволит нашим юным читателям открыть для себя множество форм и возможностей получения информации и приобретения знаний для развития и реализации своих способностей. Уважаемые присутствующие, сегодня у нас действительно знаменательный день. В России, в Магаданской области, открылась еще одна модельная библиотека. Мы поздравляем всех. И самое главное, что в год семьи действительно такой уголок прекрасный для развития детей. И когда вернется семья снова и вспомнит, что такое сходить в библиотеку. И для этого юного поколения, которое у нас на сегодняшний день присутствует, это все для вас, ребята. Пусть это станет новой дискуссионной площадкой для нового интеллектуального, творческого развития детей. И разрешите мне сегодня от имени министра культуры, исполняющей обязанности, министра
по Магаданской области Веронике Павловне Черновой, руководителя проектного офиса Ампеголова, вручить вам свидетельство о присвоении детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Сосуманского муниципального округа» статуса «Модельная библиотека». Говорить что-то надо, да? Подожди, сейчас, Игорь Сергеевич. Хотелось бы присоединиться ко всем поздравлениям. Ну, знаете, вот Игорь Николаевич сказал, что выражает благодарность там губернатору Магаданской области, команде, которая там с ним работает. Ну, мне также хотелось бы выразить благодарность и тем людям, которые здесь, на земле, занимались реализацией этого проекта. В лице главы нашего округа Игоря Николаевича я хотел бы сказать спасибо всем работникам администрации, которые были задействованы тем или иным образом, не знаю, приобретение материалов, доставка, там, все что угодно, да, потому что это понятно, что не один человек это делал, и все были как-то связаны. Также хотел бы сказать спасибо и работникам библиотеки, которые с первого до последнего дня прошли этот весь путь. А также хотел сказать спасибо в том числе и нашим школьникам, которые также помогали работникам библиотеки наводить порядки, расставлять книги, не знаю, там, таскать, выносить что-то. Ну, я насколько знаю, от них никогда не было ни отказа, ни когда помощи. Все время помогали и участвовали в этом процессе. И поэтому, поскольку нас присвоили статус библиотеки, да? Модельной библиотеки. Хочу сказать, модной. Вот что сегодня такая тишина, да, сегодня у нас декларации прям. Но я думаю, что завтра, наверное, послезавтра уже не будет здесь так тихо, да? Здесь будут слышны крики, может быть, какие-то не так, как у нас было в детстве, когда помню, да? Приходили в библиотеку, сели тихонечко, книжечку взяли и читали. Чтобы не было шума, мне сейчас нужно по-другому, да? Конечно. Процесс. Поэтому хочется действительно, чтобы детвора у нас ходила в это прекрасное помещение. И тоже припустим, потому что Александр Петрович сказал, говорит, да, можно позавидовать. Ну, как бы оценка, да? Что Петрович у нас оценил результаты труда. Я так полагаю, что себе тоже Петрович такой ребенок. Спать не буду. Поэтому действительно благодарна всем, кто был связан с этим процессом. Поздравляю еще раз с открытием нашей модели, все равно скажу, модной библиотеки. И пускай она работает на радость всем нашим ребятам, чтобы наши работники библиотеки ходили на работу с удовольствием. Я полагаю, да, когда дома красиво, хочется прям идти, да? Конечно. И поэтому еще с большим удовольствием они будут сюда приходить и придумывать. И да, и поэтому с праздником. Мне говорят в народе, что библиотека – это душа населенного города. Так будет же эта душа прекрасная и красивая. Ваша добрая улыбка согреет всех своим теплом, напомнит нам, как важно в жизни делиться счастьем и добром. Целиком, целиком, вот открылся книжкин дом. Все девчонки и мальчишки очень любят читать книжки. И поэтому сюда любим мы ходить всегда. Мы раньше здесь бывали, мы разные играли. Здесь мы знали, получали, на вопросы отвечали. А сейчас выглядит просто класс. Небе новая ремонт, сколько здесь оттехники, пополни еще книжный фонд, новая сантехника. Сусуман наш городок, маленький на карте, за ту жизнь отвечает мировым стандартам. Похлопайте!
человек, техническая революция, обилие компьютеров, электронных книг, все это хорошо. Но никакая техника не заменит той живой энергии, которая исходит от томика стихов или прозы. Читатель открывает книгу, душа книги и душа человека сливаются в одну прекрасную душу, полную красоты и гармонии. А что же теперь представляет из себя модельная детская библиотека? Это не просто красивый интерьер, а тщательно продуманное пространство, где каждый элемент служит своей цели. Созданы уютные зоны для чтения, презентации, праздников и встреч. А главная задача – пробудить у детей интерес к книгам, чтобы они вновь и вновь возвращались в библиотеку и делились своими впечатлениями. Основная идея дизайна – приближенность к экологичности и природности. Интерьеры, вдохновленные природой, формируют уютную и спокойную атмосферу, способствующую чтению и отдыху. И мы решили в зале комфортного чтения в будущем запечатлеть символ нашего города – географическую изюминку – наш маршрут. В перспективе роспись стен национальным славянским орнаментом, который символизирует ребенка, оберег, добро и свет. Ведь так важно сохранять любовь, тепло и уважение к нашим родным и близким. Сегодня у нас праздник. Сегодня еще и в этом году юбилей нашей библиотеки, вот этой старой, как мы ее говорим, но сейчас она новая. 40 лет назад вот открылась библиотека, где мы сейчас находимся. И вот через 40 лет мы обновляем, делая красоту такую, юношеской библиотеки она раньше называлась, а теперь называется детская. И вот через 40 лет у нас пришло обновление, и этому нам помогли, конечно, национальные проекты «Культура». Мы сегодня несказанно рады, что в нашем населенном пункте, в нашем районном центре сегодня открылась, не то что сказать, модная библиотека, хотелось говорить, да, что сейчас соответствовать моде. Вот мы соответствуем моде сегодня, и это здорово. И вот пусть она станет очагом, она и была очагом культуры, а сейчас вот свет ваших окон, он будет светиться, приглашая сюда новых людей, новых читателей, новых почитателей, которые будут приходить сюда и открывать для себя что-то новое и новое. И поэтому пусть еще через 40 лет что-то случится еще лучше, чем сейчас, вот мы сегодня на этом празднике. Ну, конечно, это долго ждать, пусть каждый год что-то случается, но это зависит от нас с вами. Как мы будем хотеть этого, как стремиться и как будем вот любить свой край. Поэтому у нас все так и будет. Поэтому всех хочу поздравить. Особенно, конечно, слова такие сказать сотрудникам, которые будут здесь работать. Вот мы им по-доброму завидуем, правда? Всегда приходить в такую красоту. Нужно бежать на работу, просто вот бежать каждый раз, вот, потому что вот работать в такой красоте, наверное, и им придется учиться чему-то новому, как работать вот в этой библиотеке по-новому, потому что здесь же не только теперь читать будут, но хотят... Вот я хотела бы сказать, что все-таки книга должна быть все-таки остаться здесь. Книга должна быть у всех. Пусть они танцуют, поют, но опять почитали и опять пошли танцевать и петь. Поэтому поздравляю наши сосуманцы с этим сегодня праздником. Я думаю, он для нас это праздничный день. И пусть еще много проектов будет в нашем городе, которые нам будут приятны. И мы хотеть будем в этом участвовать. Спасибо всем. Ну, Татьяночка, дорогая Александровна, без подарков не ходят на праздники. Вот немного вам так подсластить. И здесь кто придет, налить сока им там. Вот. Обязательно. Да. Спасибо, дорогие. Поздравляю вас. Спасибо. С огромной благодарностью и нетерпением мы ждем от вас сегодня поздравления. Есть рядом со школой библиотека. В ней лекарства, словно в аптеке. От коварства, глупости, лени лечат книги без промедлений. Есть по соседству библиотека. В ней все средства для человека. Чтоб умным стать и великим, пусть всегда да здравствуют книги. Библиотека, книжкин дом, уютно и красиво в нем. Здесь книжки разные живут.
на полках улеглись. Здесь комната для сказок есть, она ведет в сторону чудес. Портреты сказочных героев на двери волшебный мир откроют. Библиотекарь, добрый друг, расскажет обо всем вокруг, поможет книгу подобрать, поможет слово прочитать. Библиотека, ты наш друг, всегда на первом месте. Приятно проводить досуг с любимой книжкой вместе. Библиотека, мы с тобой идем по жизни смело, и книга сила наш святой помощник наш умелый. Зона. Зал комфортного чтения оборудован местами для отдыха и уединения, обставлено мягкими мобильными пуфами и уютными диванчиками, куда ребенок может забраться с удовольствием почитать понравившуюся книгу. Активная зона, где мы сейчас с вами находимся, читальный зал, где это место проведения культурно-досуговых мероприятий, оснащен мультимедийными и интерактивными оборудованием, напольными и настенными играми. В читальном зале будут проводиться праздники, семейные литературные вечера, мастер-классы, квесты и другие возможные детские мероприятия. А еще одна немаловажная информационная зона – абонемент. Представляет собой мягкий уголок для читателей, выставочные стенды, зона оперативного доступа к информации и библиотечным новинкам художественной литературы. Все наши обновленные помещения мы постарались сделать максимально функциональными. Вся мебель достаточно легкая и мобильная. Чтобы ее было удобно перемещать, многие элементы обстановки можно по-разному трансформировать. Это позволяет подстраивать помещение под задачи того или иного мероприятия. А для муниципальных образовательных организаций округа детская библиотека может предоставить площадку для проведения методических встреч, тренинговых семинаров и мастер-классов. Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с открытием библиотеки. Это замечательное событие, как, не знаю, хочется, чтобы здесь все время звучал детский смех. Дети радовались, приходили, читали, отдыхали, развлекались. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы присоединяемся ко всему сказанному. И хотели бы подарить от Дома детского творчества работы наших педагогов. Надежда Петровна Лимковая сделала вам вот такую картину. Оберег для вашего дома. Спасибо большое. Нового дома. Открытку. Какие розы. Да, это вам на память от Муратина Инны Александровны. Ой, спасибо большое. Мы вас поздравляем. Дорогие наши дети, уважаемые участники открытия модельной библиотеки, в нашем городе несколько мест притяжения. Вначале когда-то была одна первая школа. Когда мы стремились все, и на спортивные секции, и библиотеку, и какие-то мероприятия, и дискотеку, к нам приходили все. Потом появился новый спорткомплекс, летом открылся удивительный чудесный парк. Он такой красивый, он такой нарядный, современный, и мы с детьми приходили в этот парк, играли и радовались тому, что в нашем городе есть такое великолепное место притяжения. А сегодня мы зашли в такое красивое, скажем так, здание. Это новое место притяжения. Это детская библиотека. Давно у нас не было таких красивых мест, современных, экологичных, когда хочется просто приходить. Что такое книга? Книга – это единственный предмет, куда помещаются города, деревни, дома. Мы можем оказаться в прошлом, мы можем оказаться в будущем. И когда-то ребята приходили и в тишине получали знания и становились учеными, конструкторами.
переводчиками. Когда-то моя деятельность начиналась именно с детской библиотеки. Не здесь, а в старом здании. И я помню, когда ребята приходили, и как мне хотелось им рассказать, показать много удивительного, интересного. И потом прошло много лет, и эти дети стали переводчиками и живут в Японии, живут в других странах. И мне кажется, даже частичку тепла, частичку знаний дали именно в библиотеке. Мне хотелось бы, чтобы книга это была центром притяжения. Это была центром притяжения, это детская библиотека. Когда наши дети после школы бегут к вам, хотят заниматься, хотят читать, хотят открывать новые знания, потому что они знают, что это их будущее, и они делают первые шаги для своего становления. И в этом помогаете вы, сотрудники библиотеки, потому что вы создадите комфортные условия, потому что нашим ребятам захочется приходить и сегодня, и завтра, и послезавтра. А мы с вами в тесном сотрудничестве. Спасибо вам, спасибо нашему главе, спасибо главе нашему губернатору Магаданской области, спасибо нашему президенту за то, что он думает о наших детях, за то, что думаем мы. И мы стараемся, чтобы наши дети были самыми умными, самыми лучшими, самыми креативными вообще в мире. Потому что мы частичка России, а Россия, она большая страна во всем мире. И мы должны с вами этот ум, свои знания, конечно, применять. Спасибо вам. Хочу я вам сказать, хоть мы живем в эпоху атомного века, ни зал компьютеров, ни выход в интернет не смогут заменить общение с человеком. Недаром говорят, кто знает в этом толк, коль одолела хворь телесная, беги в аптеку, а если вдруг душа болит, спешись, мой друг, в библиотеку. Ускромен этот день календаря, как и любой другой, он быстротечен. Но ждем его тепло весь год даря своим читателям, своей работе бесконечной. Пусть этот день подарит много славных лет, успехов творческих, здоровья и достатка. И небом высоту солнца свет, и душ читателей открытых без остатка. Зал читальный, мир тепла, уюта, где не замечаешь почему-то, что бегут, бегут минуты. Для меня библиотека – это клуб. Встреча с давними хорошими друзьями, с песнями и новыми стихами, с тем, что так давно любимо нами. Для меня библиотека – это храм. Как молитвы повторяю строки, мудрых книг бесценные уроки, открывающие взгляд на все пороки. Для меня библиотека – это мир. Мир земной и сказочное счастье. Мир, где есть мое счастье. Мир, где встреча с книгой – это счастье. Сегодня мы открываем двери в новый мир, мир приключений, фантазий и знаний. Мы вложили в этот проект всю нашу душу и стремились создать пространство, где каждый ребенок сможет почувствовать себя уютно и свободно. Пространство, которое будет не только хранилищем знаний, но и источником вдохновения для юных читателей. Яркие цвета, уютные уголки, современное оборудование – все это направлено на то, чтобы пробудить любопытство, любовь к книгам у каждого ребенка. Я искренне надеюсь, что новая библиотека станет любимым местом для детей, где они смогут не только познавать мир, но и общаться, творить и развивать свою фантазию. Отдельная благодарность администрации города. Без вашего энтузиазма и поддержки реализации данного проекта была бы невозможна. Пусть эта библиотека станет настоящим сокровищем для Сусумана, местом, которое будет воспитывать умных, творческих и добрых граждан нашего города. С уважением, директор «Строй М» Мухиддин Махамматхонович
Низамеддинов. И я приглашаю директора централизованной библиотечной системы Татьяну Александровну Чаузову с ответным словом. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие гости. Спасибо вам огромное, что вы пришли на наш праздник. Это действительно для нас очень такое значимое, такое очень великое событие для нас, для работников библиотеки, для всего города, для нашей администрации, для области. Ведь в этом году мы единственная библиотека, которая открывалась в рамках нацпроекта «Культура». Очень хочется сказать большое спасибо нашей администрации, которая помогала всячески и напутствовала нас на правильные действия и никогда не отказывала нам в помощи. Также хочется выразить слова губернатору Сергею Николаевичу, Сергею Константиновичу Носову, извините, вот, что да, все-таки нас тоже поддерживали, дожимали где-то местами, что мы все сделали, все у нас получилось. Также хочется, наверное, сказать слова благодарности Министерству культуры, как в Москве, так и в Магадане, без поддержки которых, ну, действительно, ничего бы у нас не произошло. Спасибо им всем огромное. Сегодня было много произнесено хороших, важных, правильных слов про нашу библиотеку, да и в целом про библиотеки, да, что это все-таки такое место, куда дети должны ходить, которое должно всегда сопутствовать в образовании, идти параллельно в одном направлении. Поэтому мы надеемся, что все, что мы сделали на сегодняшний день, и все, что мы еще доделаем, все будет направлено на реализацию будущих мечт, будущих возможностей, потенциала наших детей, что оно будет только развивать и помогать. Ну и, конечно же, мы не забываем, да, что библиотека – это все-таки книги, и что всеми нашими интерактивными моментами, играми, мероприятиями и всем-всем-всем мы будем только прививать и увеличивать любовь детей к книгам. Спасибо всем большое! Уважаемые гости, теперь библиотека – это не только книги, но и место для общения и проведения досуга. Добро пожаловать! Вы сейчас можете прогуляться по нашей красивой модельной детской библиотеке. Слушаешь? Это такой чел, интерактивный, ты его забудешь. И можно приходить и в классики играть, и в шашки.